39 номер. Вот на площадке сейчас, я смотрю, Жердев играет вместе с Морозовым. Бросок воротам. Алексей Морозов выкатился на позицию для броска. Перехватывает эту передачу. Какой прострельный пас. Блатик бросает. Барулин отражает этот бросок, как из прощи шайба полетела. Тот забрасывал третью победную шайбу уфимской команды в первом матче. Ружечка. Филатов выходит к воротам. Никита Филатов, бросок в ближний угол. Разворачивается, делает пас за ворота. Здесь 20-й Песанин. Бросок по воротам. Тарки вступает в игру. Обуков достается Клюшечно. Как только игрок профиксирует здесь нарушение, арбитры, хотя да, зацеп-то был, ну, попытка, скажем так, зацепа. Игрок прямо отвоевать его буквально в борьбе. Обухов подключает защитника. Хаминский бросает. Опаснейший момент, какой сейчас возникает у ворот Эрытарки. Пытался убойной, можно сказать, позиции Жердев. Хорошая передача, бросок по воротам низом. Обухов направлял ее, но Эрытарки не пускает себе за спину снаряд хоккейный. Заметно оживилась игра после перерыва. Вход в зону, бросок ружечки. Барулин ловит шайбу. Очень осторожно, может быть, даже излишне осторожным казался хоккей в первом периоде. Воротам активизировались казанцы. Петров. Неплохой перевод. Диагональная передача под бросок Кулешу. И тот щелкает от души. Эта шайба попала. Не будем забывать, какой силы бросок у Кулеша. Все нормально. Свинбен за шайбу. Ну, чем-то он по манере игры напоминает другого нападающего, Михаила Сарматина, который сейчас работает тоже в системе Акбарс. Опасный момент. Вновь наброс на ворота. Уходит шайба за владение Эрытарки. Терещенко подхватывает ее. Опасный пятачок. Опасный момент. И бросок какой хороший получился у Корнеева. И попытка добить тут Терещенко. Не сумел поднять шайбу над щитком Эрытарки. Налет. Кайгородов выигрывает вбрасывание. Нет, Свитов, прошу прощения, 15 номер. Опасный момент, и вот так вот. Ярко Иманин открывает счет в этом матче за 2 минуты 55 секунд до конца. Второго периода здесь позиционная ошибка. И, смотрите, одного неприкрытым оставили юлаевцы Иманина на дальней штанге. Классно. Еще одна возможность. Жердев немножечко замешкался. Ну и в последний момент помешал ему Игорь Мирнов. Жердев по-прежнему шайбе. Пас на пятак. И Голубев делает счет 2-0. Денис Голубев забрасывает вторую шайбу своей команды. Определяющий, не знаю, решающий или нет. Но посмотрите, как здорово поборолся на пятачке Бодров. Отвез буквально двух игроков. Освободил угол. И ни Зубарев, ни Кайгородов уже не успевали помешать. А Голубев отличится в этом эпизоде. И пас Жердева тоже великолепный. Прошел на пятак. Не смог Кирилл Кольцов помешать. Но вот самого бомбардирова. Претендентом Гагарина команда выбыла из розыгрыша. Прилетающего Барулина. Поэтому кто-то из хоккеистов обязательно должен Бомбернова. 75-й номер смотрит. Куда лучше отправить шайбу? В итоге играет через защитника. Наброс. Вот так вот свечка. Видно сейчас Игорь Мирнов. Не завел ворота Барулина. С отрицательного угла бросал, но все-таки не сумел. Смотрим повтор этого эпизода. Вот уходит шайба за ворота. Терещенко ловит шайбу. Хорошая передача в среднюю зону. Ну, нужно забивать. И Кирилл Петров. Кирилл Петров делает счет 3-0 после паса Алексея Терещенко. Это победа. Это победа Акбарса. Ликуют
болельщики, которые приехали поддержать в столицу соседнего Башкортостана свою команду. Мы смотрим повтор этого эпизода, этой шайбы. Терещенко делает передачу на Петрова. Тому уже никто не мешал. Бренсопел уже не успевал помешать 90-му номеру отличиться. Ну что ж, поздравляем казанцев, поздравляем и Петрова с этой шайбой для 90-го номера. Сокращают разрыв в счете до минимума. 1-2. Одерживают победу со счетом 3-0. Напомню, Ярко Иманин, Денис Голубев и Кирилл Петров становятся авторами этих трех заброшенных шайб. И Константин Барулин отыграл сегодня на 0.